Всем привет! Зима уже подходит к концу, и покрытие уже становится мягким, поэтому я решил, что пора немного переключиться с карвинга и поснимать немного малый радиус. Вообще, если подумать, то есть три глобальных направления, куда могут двигаться горнолыжники в своем развитии. Первое – это трассовое катание, преимущественно карвинг. Второе – это малый радиус и фрирайд. Ну и третье – это какой-то фристайл прыжки. Поэтому я думаю, что нам нужно и всех мамкиных фрирайдеров тоже охватить аудиторию и снять немного уроков про малый радиус. Вот. Основное отличие малого радиуса и поворотов малого радиуса от среднего и большого – это то, что у нас корпус находится всегда направленным, ориентированным вниз, как говорят, в долину. То есть, когда в большом радиусе мы закрываем поворот достаточно сильно, и это не позволяет нам сильно разворачивать корпус вниз, и мы в начале поворота лишь слегка ориентируемся сюда, опережаем лыжи, то в малом радиусе мы закрываем повороты совсем немного, и это позволяет нам всегда корпус держать вниз, а лыжи ходят сюда, 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 а плечи всегда смотрят вниз. Для чего это надо в малом радиусе? В малом радиусе это нужно для того, чтобы не тратить время на перекантовку и, соответственно, облегчать вход в новый поворот, поэтому корпус у нас всегда направлен вниз. Так вот, первое упражнение. Естественно, начнем мы проходить малый радиус с поворотов с проскальзыванием. Первое упражнение называется «Дворники». Его суть в следующем. Мы будем с вами ехать по диагонали. Руки расставим широко, чтобы ориентироваться на свои руки. Нацелились на какую-то точку, выбрали дерево какое-то или какой-то другой ориентир. И всегда стараемся плечи держать на него. А лыжи легким вращательным движением разворачиваем сюда, возвращаем обратно. Сюда, возвращаем обратно. Задача попробовать разделить наш корпус и наши ноги, чтобы корпус всегда смотрел в одном направлении, а лыжи, как дворники, уходили сюда, потом возвращались обратно. Итак, основная задача постараться вот в этом месте разделить себя, чтобы у вас все время ноги шли отдельно, а корпус всегда шел в том направлении. Сильно разворачивать лыжи поперек не надо. Соответственно, сильно разгоняться тоже не надо, потому что если сильно разгонитесь, придется разворачивать лыжи сильно поперек, чтобы сбросить скорость. А если сильно разворачиваем лыжи поперек, то все равно суставы имеют какое-то ограничение, какой-то ход. И если у меня лыжи развернуты сюда, то тяжело развернуть корпус вниз. Как бы я могу при этом развернуть вниз только плечи. Но это неверно, потому что нам не нужно разворачивать только плечи отдельно от бедер. У нас плечи должны быть развернуты настолько, насколько развернуты наши бедра. Перекручивать себя дальше вот здесь вот в грудном отделе не надо. Поначалу может быть немного сложно это движение, особенно для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни и работает преимущественно за компьютером, либо сидячая какая-то работа. Потому что тазобедренный сустав, он в таком случае становится немобильный, и, соответственно, тогда тяжелее сделать все эти движения. Следующее наше упражнение называется виши-ваши. Нам тоже нужно будет в этом упражнении разделить корпус и ноги, и выглядит оно следующим образом. Задача основная следующая. Мы
развернули свои плечи и корпус вниз, насколько это возможно, и палочки вот так вот прижали к снегу. Тем самым мы зафиксировали положение своих плечей. А ноги наши нужно будет разворачивать то в одну сторону, то в другую. Соответственно, немного разогнули ноги, вращательным движением развернули лыжи вниз, немного проехали, набрали скорость и снова вращением развернули их сюда. А корпус при этом оставили всегда с палочками на месте. Очень важно попробовать в этом упражнении не делать проезды по диагонали, а ехать четко по линии ската, четко вниз. Поначалу будет, возможно, тяжело, потому что, опять же, тазобедренный сустав не мобилен. Но упражнение очень понятное и очень легкое, и поэтому его нужно поделать до того, как получится, как начнет получаться. Поехали! Естественно, когда выпало много снега, как сейчас, делать это немного не так комфортно, поэтому начинайте делать в более удобных для себя условиях. Поехали дальше. Итак, следующая наша задача – попробовать сделать коротенькие повороты по диагонали. Короткий полповорот остановились, полповорота остановились. Но при этом постараться, чтобы у нас в поворот поехали только лыжи, а плечи с корпусом остались также в том же направлении, в котором мы ехали изначально, в диагональ. Опять же, не нужно сильно закрывать поворот, не нужно его делать среднего радиуса и длинный, тогда у вас плечи в любом случае уедут туда. Старайтесь держать их вниз. Ориентироваться на корпус можно при помощи рук, которые вы видите боковым зрением. Либо можно, вот, допустим, палки поставить на плечи и ориентироваться на палки. Также выберите какую-нибудь точку, ориентир, и делайте короткие повороты. Палки при этом всегда оставляйте на этот ориентир. Давай сейчас по диагонали, также в свече. Поначалу вы можете даже делать эти повороты короткие в плуге. Потом можно уже попробовать сделать на параллельных лыжах. Но при этом делайте очень короткий поворот, плечи оставляйте вниз. Показываю. Нифига. Сделали короткий поворот, остановились. Плечи при этом оставили вниз. Показываю еще раз. Приостановись тоже, когда я остановлюсь. Плечи оставили вниз. Потом попробуйте сделать это также на параллельных лыжах. Оль, ты едешь вниз, а не по диагонали. Ага. Давай, поехали. И все, сориентировались, что у нас плечики направлены в том же направлении, остановились, проверили себя. Если плечи ушли, пробуйте делать до того, как у вас будет получаться это хорошо. Поехали. И потом уже, соответственно, можно сделать серию из нескольких таких поворотов. Называется гирлянда, когда мы связываем несколько полуповоротов. Отлично. Ну и в конце нашего упражнения, нашего урока, задача попробовать сделать поворот малого радиуса. Выбирайте пологие склоны для того, чтобы сильно не разносило. И также выбираем ориентир палками, либо плечами, и держим этот ориентир. Также можно палки поставить на плечи, чтобы выбирать этот ориентир. Либо палки можно поставить на бедра. Второе упражнение. Можно поставить палки вот так вот и держать всегда ориентир палками вот сюда вот. Давайте сделаем вот это упражнение. Ну, называется телевизор. То есть палочки нацелили сюда, на цель,
и держим эту цель. А ноги при этом выполняют повороты коротенькие малого радиуса. Итак, друзья, тренируйте малый радиус, тренируйте корпус вниз, и увидимся на следующих уроках. Пока! Скотина!